Уровень загрязнения воздуха в Казахстане в 3 раза превышает допустимые пределы. Это действительно серьезная проблема. Специалисты, регулярно контролирующие этот процесс, выезжают в рейды с целью выяснить, насколько чистый воздух в стране. Один из них прошел в Уральске. Чем нам приходится дышать, расскажет мой коллега. Автотранспорт – это один из основных источников загрязняющих воздух. Именно поэтому рейд было решено провести на дорогах республиканского значения. Экологи совместно с полицейскими, вооружившись специальными приборами учета, отправились на трассу Самара-Шымкент, где в основном останавливали большегрузы и проверяли выхлопные газы, которыми нам приходится дышать. Данное мероприятие проводится на постоянном основе и направлена на снижение выброса загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В своей работе специалисты используют газоанализаторы, автотесты и дымомеры. Именно эти приборы помогают выявить превышение таких вредных веществ, как оксид углерода и углеводород. В случае, если показатели высокие, на водителей составляют административный протокол. Важно отметить, что таких в ходе рейда было выявлено немало. В ходе сегодняшнего рейда в случаях превышения допустимых норм выброса загрязняющих веществ в выхлопных газах автомобиля сотрудники батальон патрульной полиции Департамента полиции Замкадастанской области будут составлять административные материалы с привлечением физических лиц к ответственности в соответствии со статьей 334 КУАП РК. Согласно карте, которая в реальном времени показывает уровень загрязнения воздуха, в Уральске ситуация не самая плохая. Тем не менее, контролирующие органы держат руку на пульсе и регулярно проводят мониторинг. Олег Великий, Асланбек Саламатов, Колобек Акрап, телеканал Акжаик.